Представлена новая «Волга». Разбираемся, что это за машина. В Нижнем Новгороде на цифровой выставке представили новую «Волгу». Возрожденный бренд станет отдельным подразделением на ГАЗе. Производить будут седаны и кроссоверы. Естественно, что новые «Волги» являются перелицованными китайскими автомобилями. Донором стала марка «Чанган». Их будут собирать на мощностях ГАЗа, где раньше велась сборка Volkswagen и «Шкоды». Представлено три модели: Volga C40 – это Чанган Rayton Plus, кроссовер K30 – это Ашан X5 Plus, среднеразмерный кроссовер K40 – Чанган Юнизе. Автомобили получили собственные оригинальные бампера, на колесах, руле и капоте знакомая эмблема газа с оленем. Все три автомобиля предлагаются с одним мотором и трансмиссией. Это 1,5-литровый агрегат с турбиной, выдает 188 лошадиных сил. Коробка передач, 7-ступенчатый робот. Седан C40 начнут собирать уже в этом году. Он концептуально близок к старым «Волгам». Такой же длинный и большой, целых 4,8 метра в длину. В перспективе планируют выйти на полный цикл со сваркой и окраской кузовов. Инвестиции в проект с российской стороны оцениваются в 60 миллиардов рублей. Большую часть деталей собираются производить в Нижегородском автокластере. Доноры, то есть оригинальные чанганы, в России официально не продаются, поэтому россиянам не знакомы. Продавать новые «Волги» будут через бывшую дилерскую сеть «Шкода». Возрождение «Волги» является личным проектом первого вице-премьера, бывшего главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Первым новую «Волгу» оценил премьер-министр Михаил Мишустин. Его в первую очередь интересовала локализация производства руля и коробки передач в России. А вам понравилась старая новая «Волга»? Напишите об этом в комментариях.